Полет птиц в 3D зоотропе конца 19 века. Акробатика, флипбуки, Москва и Петербург, 1800-х, фотопластиконе. Все это вместо фильмов и видеозаписей. Это прошлое в будущем. Коллекция анимации до кино собиралась больше 5 лет. Здесь и волшебные фонари у обывателей проекторы, и слайды для них, и полиорама, и первые 3D-очки. В общем, целая история искусства кино до появления кинематографа. Приборы 19 века... Те, которые демонстрировали анимацию еще до создания кинематографа, какие-то простые игрушки, которые эффект движения, какие-то иллюзии. Всего на экспозиции больше 150 экспонатов. Что-то восстановлено в Казани, но большинство из них привезены из США, Германии и, конечно, Франции, родина кино. На выставке можно получить мастер-класс по созданию талматропа. Это анимационная игрушка еще 19 века. Поможет нам Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам понадобится 2 изображения, которые мы переносим на картонку. Попробуем? Да, давайте попробуем. Это можно сделать и дома. Да. Круто. Интересно, старинные такие вещи, что действительно это нигде не увидишь. Только на этой выставке. Я вообще первый раз попала. Очень интересно. Восторг-то есть? Есть. Покрутить, действительно, посмотреть. И... Интересный опыт. Когда можно вручную все это. В будущем авторы хотят сделать из этой экспозиции отдельный музей анимации с экспонатами, мастер-классами и просмотрами первых в мире мультфильмов. А пока же выставка до кино открыта до 2 июня в центре Эрмитаж Казанского Кремля. Вход для всех бесплатный. Салават Ахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.